И вернемся к встречам губернатора, на этот раз со школьниками, победителями федеральной викторины, посвященной Великой Отечественной войне. Вместе с ними напутствие главы региона выслушал наш корреспондент Роман Голованов. Встреча проходила в новом здании Музея оружия, значительная часть экспозиции которого и рассказывает о вкладе Тулы в оборону и защиту Отечества. Именно здесь собрались победители викторины из Тулы, Щекина, Ефремова и Донецка. Мы приняли участие и победили в ней. Вот, и поэтому, как в качестве приза, у нас появилась возможность ездить в Москву. Сохранить память о подвигах прошлых поколений, передать ее юной смене – одна из важных задач, которая стоит перед молодежью. К сожалению, ветераны у нас каждый год уходят, их становится все меньше. А через 2 года у нас 70-летие празднования Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, конечно, вот очень важно сохранить эту память. И очень хорошо, что в вашем возрасте вы увлекаетесь этим. Ребята рассказали губернатору о поездке в столицу и подготовили для Владимира Груздева специальный фотоотчет. Наше времяпрепровождение в Москве состояло из 2 дней. Первый день включал в себя обзорную экскурсию, размещение в гостинице и участие во всероссийской линейке памяти на Поклонной горе. Итоги викторины, победителями которой стали школьники области, обнадеживают. История Великой войны и Великой победы – не пустой звук для юных историков. Они помнят и чтут подвиг советского народа. Роман Голованов, Алексей Петрушин, Вести Тула.